Здорово, с вами Чейч, мы играем в Раф. И мы сейчас посмотрим, какие у нас тут есть еще режимы. Мы играли в захват, Го, теперь сходим в сам за себя. А, ну сам за себя это понятно. Го тогда очистка. Что за очистка? Только вперед. Окей. Вперед, вперед. Старт. Посмотрим. Игра скоро завершится. Подождите. Ладно, хорошо. Скоро через сколько? Ладно, давай еще поищем. Так, получается, зачистка. Зачистка у нас еще есть вот. Там 3 из 16, 16 человек. Блин, нет, нам это не подойдет. Подожди-ка. Ну-ка. Вот, все, отлично, игра завершилась. И начинаем новое. Погнали. Хорошо. Так, уничтожить всех противников. Команда Альфа должна взорвать. А, я понял. То есть вот так вот, да? Типа... Ну, короче, одна жизнь у нас, так скажем. Ну, хорошо. Ну, тут надо как-то аккуратнее играть, получается. Так, я могу изменить вид? Нет. Ладно. Миссия выполнена. Ура, ура, ура. Мы ее еще будем играть? Да ладно тебе. Ты че, все что ли? Предотвратить взрыв любой ценой. А, ну я понял, мы, короче, КТ. Бросаем гранату. И зарядился, зарядился после одной пули, смотри. Давай скрысим, короче. А, давай. Вот, смотри. Бросаю гранату. А потом хрен вылезешь, да? Бросаю гранату. Здрасте. А другая, там же еще вторая точка-то есть, еще на нее никто не пошел. Go туда тогда, что это? Нет, не могу сюда, ну хорошо. Идем туда, туда, тогда. Ну серьезно, они же туда могут пойти, да? И взорвать там что-то, что-то. Ага. Вот, значит, как. Хорошо, пошли искать, короче, противников. А то скучно. Как-то так ходить. Так, ну тут игра должна быть аккуратнее. Ой, да ладно. Смертельный выстрел. Что-то я его не видел. Смертельный выстрел. Сука, 4 секунды. Да ладно. У нас еще один живой. Да, отлично, мы победили. Мы победили. Хорошо. Сколько раундов всего вообще? Предотвратить подрыв базы. Бросаю. Есть выход? Выход. Ложись. Не знаю. Это будет неудобно, потому что я там-то на мышке. КС. Выход, выход бил, а тут я не смогу. На пробил, мне неудобно будет. Не. К тому же он прыгает не моментально при приземлении, так что хрен там духо поделаешь. Тут можно чисто прыгать вот так вот. Там кто-то есть. Откуда они выйдут? Ага. Понял, хорошо. Ух ты, ёпта, мне прям в лицо разбили. Ой. Тихо-тихо-тихо, а то опять лицо разобью.
нас... А, только двоих наших убили. Сука, я ничего не слышу. Хватит стучать. Топает. Кто-то. Немножко, вот прям чуть-чуть я не дотерпел. А, ну они бы, наверное, чекнули то место, наверное, я так думаю. Но если бы они на префайре вышли, то я бы точно сдох. Миссия выполнена. Ну ладно, мы все равно победили, так что все, нормально. Какашка. Пиздатый ник, я хуеваю. Мы должны предотвратить просто подрыв базы. Бросаю гранату. Бросаю гранату. Граната. Ложиться не буду. А что, я мог? Могу? Могу. Ёптить. Так, тихо. Ты видал? Нет, ты видал, что я сделал? Бросаю гранату. Не, ну смотри, как точность. Неудобная какая-то карта немножко. Я плохо понимаю, где мои. Все. Что? Да ладно, что? Да ладно тебе, ты откуда меня убил? Это что было сейчас? Как он меня убил-то? Я что-то не понял как-то. Это что произошло? Ну ладно, окей. Окей. Предотвратить взрыв любой ценой. Ложись. Бросаю гранату. Она Б. Ложись. Нет, никто не хочет. Лис у чувака. Ничего себе, трупак. Спиной! Там слева мой товарищ. Да ладно вам! Сука! Тварь! Ладно, давай-ка мы посмотрим, что там еще есть за режим у нас. Так, назад. А, схватка, зачистка, сам за себя, это ясно. Эпидемия. Там люди. Много людей. Что-то сейчас вибрировало. Снайпер, это ясно, закрытый, ближний бой. Ага. Что, давай? Угарнемся, что ли? Пошли. Похоже, будем сейчас драться на ножах. Это прикольно. Да. Тогда, знаешь, тогда нужно нажать на 3, чтобы был инженер. Или же на 2, чтобы был снайпер. Сука. Это... На что лучше резать? Че, я где я? Гоу резать, гоу резать! Тихо, 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 давай, 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 драться, драться, драться! Ну блин, ладно. Ты
Да ладно. Ну ладно. Немножко непонятно как-то. Так, ну хорошо, попробую за снайпера я сейчас. Маскировка. Не хватает энергии. Снята. Скидыч. Да куда ты? Да блин. У меня зарезало. Я не могу попасть по нему. Сука! Давай! Да ладно тебе. Короче, давай на три, я буду за инженера, он прыгает. Блин. Что это было сейчас? О, пацаны, нет, зарезали меня. Ладно. Хорошо. Что было? Куда он полетел? Так, давай-ка на левую кнопку мыши буду резать. Что-то на правую как-то непонятно. Слишком жестко. Да ладно тебе. Да ладно тебе. Сука, меня что-то электричество как-то бьет. По жопе. Блин. Дай зарежу. Срочно. Я не сильно. Ты что сделал? Да ладно тебе. Чё такой злой? Хрена себе. Блин. А я кому-то въебал, походу, смотри. Блин, справа бить нереально. Как они так бьют? Я чё не понимаю. Короче, ладно, давай выходим. Посмотрим, что там есть еще, какие штуки прикольные. Так, назад. Эпидемия. Хочу попробовать эпидемию, но там нет места. Так, тогда... Да пошел ты. Давай обновим. Дайте мне эпидемию. Так, хорошо, пошли-ка назад. Что у нас тут по серверам новичков? Или что здесь? Или давай вот сюда. Вот сюда. Тогда вот сюда. Схватка. Вот сюда. Ясно. Вот тут самый такой вариант, больше людей нигде нету. А, свалка сам за себя. Бойня. Блин, я хочу на эпидемию. Дайте мне эпидемию. Да ладно тебе. Так, это завод, схватка. Один на два, и двое один. А чё вы, нечестно как бы. Они еще по левелу меня намного выше. Что это? Выход. Начинаем операцию. 2 на 2, но левел у них все равно выше. Да ладно тебе, сука. Смертельный выстрел. Сидит он там.
Смертельный выстрел. Что это было? Петух. А? Заглушитель. Да ладно, где он? А-а-а! Сука, сидит там наверху. Слева. А, сверху. Сучка! Эх ты, тварь! Мало людей, я сейчас уйду отсюда. Пошли, еще может одного убью и все. Пойду к ним на базу заберусь. Убери пистолет, сука. А чё он бессмертный? Ну нечестно ведь. Да он бессмертный! Какого хрена? Давай-ка попробуем за снайпера. Чё там, снайпер 2. Убил. Долго очень менять оружие, так что фастить не получится. Появись, покажись. Братишка, братишка, братишка. Ай! Ах ты сучка! Ладно, все, пошли отсюда, короче. Я хочу на эпидемию попасть. Я пытался попасть на эпидемию, но я попал на какое-то говно. Дайте мне эпидемию. Ой! Да. Чё да? Окей. Будем нажимать, 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 чтобы никто не занял. Ага. Ага. Давай. Давай, 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 ну же. Я хочу попробовать, что там у нас на эпидемии на этой. Ну, давайте заканчивайте. Давай, 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 ну давай. Мы зашли на эпидемию, отлично. Вот и эпидемия. А, я понял, прикольно, я видел это на картинке. Начинаем операцию. Кто лает-то? То есть люди выживают от монстров, то есть ты чё? А те чуваки это игроки или чё, или нет? А, это игроки, похоже. Тоже. Да, типа какие-то зомби. Это зомби, да? Прикольно. Да? Ну, возьму, наверное, себе штурмовика. А там как вообще идет игра? Если, например, меня убьют, тогда я стану этим чуваком из них. Одним из них, да? Как туда залез?
гранатой. А, ну вот к нему тоже залезли, смотри. А, вон, похоже, там. Хм, прикольно, знаешь ли. Класс. Минута до конца боя. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Валим за ними, не знаю, куда они. Да ладно. Удачи всем. Я упал. Ух ты, ёб твою мать! Они умирают, нет? Умирают. Блин. Смотри, они быстрее бегают. Ну круто. Так, я хочу поохотиться. Вон, я вижу. Я могу прыгнуть как-нибудь? Как-нибудь. Какие у меня, например, там способности есть? А, то есть у меня еще есть так... У меня есть что-то еще, кроме этого. Ну, прикольная штука, знаешь ли. Мне пока что понравилось. Так, нам получается... Вон, туда нам надо. К ним. А, да-да-да-да! А, это свои, типа? А, то есть я врагов не вижу. Это я думал, типа, я врагов так вижу людей. То есть я своих вижу. Значит, мне их надо искать как-то. Сколько их осталось? Как понять? Вон, человек, типа, да. Штрых. Чувакуца? Да ладно тебе. Че это было? Что это был за звук? Блин. А, прикольно. А че еще у меня за способность? Давай на кнопки поклацаем. И что-нибудь да произойдет. Минута до конца боя. Фонарик? Да ладно тебе. Ну пошли наверх, на самый залезем, может быть они там сидят. Ну а чё? Вдруг? Вдруг? Чё творишь, псих? Прикольное место. Надо было сюда бежать сразу. Вот когда начинается игра, надо сразу валить сюда. А, смотри. Вот. Вон там вот штука, похоже. Только как туда запрыгнуть, кто его знает. А! Блин. Смотри, хп вот там, хп у меня довольно много. Чё там такое? А, где они? Я не понял, я не могу никого найти. 10. Ты как-то прыгнул. 8, 7, 6, 5, 4. Короче, давай-ка я буду играть с дробовиком. 1. Надо. Операция провалена. Инженер, все. 1, 2, 3. Ой, какой же он медленный, просто. 5, 6, 7, 8, 9. Начинаем операцию. А че люди там сидят? Почему они там сидят? Че им там так нравится? А, то есть это еще не все, вот куда еще можно залезть. А вот теперь все, тупик. Ну давай тогда тут выживать, короче, сидеть. Надежда на то, что меня не увидит. А если я убью этого самого зомбака, он что, он появится или нет? Или мне нужно протянуть 2 минуты как-то выжить? Похоже на то. Мне нужно как-то продержаться. Похоже, да. Ну хорошо, давай держаться тогда.
Как он туда залез? Хотя, возможно, я смогу как-то. Смотри, если что, можно, по идее, попытаться. Да ладно тебе. Так, нет, нет. Давай-ка поможем немножко чуваку. Там сзади мне никого. Мне никого. Как это залезли вообще? Сука. А, ну эти чуваки, они появляются. То есть нет смысла сидеть на месте и отстреливаться. Нужно прятаться. Чтобы они меня и не смогли найти. Ясно. Давай-ка поймем, как это залазит. Сейчас туда попробую залезть. Ой, что это сейчас было? Что-то я быстрее стал. Немного. Вдруг. Наверное, как-то здесь. Скорее всего, да. Во, смотри, залез туда как-то. А, это человек. Да ладно тебе вам, я вас не трогаю. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Операция провалена. Ха, туда надо как-то залезть, смотри. Там можно сидеть спокойно выживать, без проблем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Операция 10. Началась. Удачи всем. Бежим, чувак, ты еще псих? Вон где они залазят, смотри-ка. Ой, а этот как себя залез. Нет! Ой, смотри, где мы? Смотри, где мы, смотри, где мы! Тут я в безопасности. Вжик! А, это что за вжик? Так, пошли как к ним попробуй залезть. Во, смотри где. Давай сюда. Тут, я думаю, будет побезопаснее немного. Отлично. Два раза нажимаем и все. Что такое? Не хватает энергии. Людская кровь. Да ладно тебе. Сил. Да ладно. Ну ладно. А чё, мне больно? Качу-пачу. Чё? Да ладно. Как туда не туда залазить вообще? А, смотри, моя способность. Минута до конца боя. А, вот моя способность. Смотри, что я могу. А, я понял мои способности. Второе. Лол. Это было предопределено. Хм, прикольно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ты мой разум. Да почему ты стал монстром-то, а не человеком? Я бы тебя убил. Ладно, я затем. Да ладно, я не с удара его что ли убиваю? Хе-хе.
это мой ранг теперь? Что? Люди! Товарищи, товарищи, давайте мы вас покромсаем! А, отлично, есть второй. Вон там вижу, вон. Ага, то есть я сюда не залезу никак, да? Хотя, возможно, залезу. А, ты чё побежал так быстро? Прям так, ха! И все, ты здесь. Я слышу, где-то стреляет. Вон там. Все, уже там никого нет. Тихо. Сейчас. Тут сверху, да? Угу. Ну ясно. Опять засели. До конца боя. Да, ну это же нечестно, как они туда залазят? Ну хотя да, по идее и мы слишком сильные, у них выбора не остается. Запас энергии. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять. Да ладно тебе, ты серьезно? Один. Операция провалена. Хм. Ну кто это залез, пойду. Один. Два. Три. Вперед. Четыре. Пять. Шесть. Ну, типа, семь. Восемь. Девять. Начинаем операцию. Пошли за ним. Не кричите, не кричите. Смотри, к чему ты. Ух ты. А ну, это то же самое, что и у меня. Так, надо найти, где можно спрятаться, потому что тут не вариант лазить. Так, я наушники поправлял. Хотя знаешь, а вдруг меня тут не найдут? Иди, да ладно, убивай тебя. Людей! Ты чё такой сильный-то? А, так он мне сзади стрелял, я, блин, его и не видел как-то. Чёрт. Бегу к ним, короче, сейчас. Там попробую их убить. Ой, братишка. Смертельный выстрел. Давай, я добегу. Нет, мои яйца, я их раздавил. Нет. Кстати, время пора заканчивать съемку. А, так что сейчас закончится раунд, и, наверное, за это, на этом мы закончим. Ай, бедные, бедные мои яйца. Так, я что-то заблудился. Подожди. А, ну все правильно, мне сюда. Только тут я не залезу, да? Ясно. Хорошо. Минута до конца боя. Минута до конца боя? Ну, я успею. Нормально. Уклонение неактивное, активное. Ой. Да ладно тебе.
Сдохни, сволочь. А, ты чума, а я смерть, избавление. В смысле, чё ты несёшь? Миссия выполнена. Ура. Молодцы. Бэхоп, бэхоп. А, ладно, всё, короче, заканчиваем. Заканчиваем. На этом всё. Комментируйте под... Дышь. Комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки и всем пока.